Цель проекта Ducades — создать ориентированные пользователи блокчейн, которые обеспечивают прозрачность и доступность для всех типов пользователей. Экосистема Ducades существует как веб-кошелек, который работает на всех платформах. Это Windows, Linux, macOS, мобильные это как на iOS и Android. Пользователи могут отправлять транзакции и принимать платежи не только в криптовалюте DAG, но и DAG-X, а также в биткоинах, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum и в токенах USDC. В будущем будет добавлено больше монет и токенов. В чем разница между DAG и DAG-DAX? Хотя DAG и DAX дополняют друг друга к системе Ducades, каждый имеет свои особенности и функции. DAG – это основа на Litecoin. DAX – основа на Ethereum. DAX поддерживает смарт-контракты. DAG используют в основном как способ оплаты безналичной экономики Ducades. DAX используется в основном для торговли. DAG и DAX разработаны для того, чтобы открыть и инклюзивными, технически подкованными, и считается, что каждый должен иметь возможность пользователям надежным платежным сервисом, таким же простым и распространенным, как пользователям кредитной карты. Миссия проекта – это внедрить быстрый блокчейн с низкими комиссиями, всегда иметь понятный и простой навигационный интерфейс. БИС достаточно дружелюбный для того, чтобы позволить любому пользователю контролировать, поддерживать и принимать решения, а также участвовать в разработке в жизни проекта. Кошелек Ducades, экосистема Ducades существует на веб-кошельке, который работает для настольных платформ Windows, Linux, macOS и мобильных платформах iOS и Android, поскольку могут управлять транзакции и принимать платежи не только DAG и DAX, но и также Bitcoin, Ethereum, Ripple и токены USDC. И в будущем будет добавлено больше монет и токенов.